все у вас улучшается, желудок и все такое прочее. Мне первый раз, когда хирург назначил диклофенак, он первым делом спросил, как, в каком состоянии у вас печень. Мы вам разрушим, если она хорошая. Я говорю, что, в общем-то, не жалуюсь. А на то, что надо каким-то образом обезопасить себе, чтобы там молоко, там кефир, творог, или там еще какие-то таблетки глотать, ничего этого не должно. Потом смотрю, спрашиваю у одной медсестры. Я говорю, слушай, Марина, скажи, что такое десенсибилизация? Это, слушай, Анечка, у одной медсестры спрашивает. Я говорю, что такое десенсибилизация? А почему у тебя носки валяются по всей комнате? А это, говорит, от давления. Робе. Медсестра врачом, и медсестра еще уже. Я замолчала, ничего. А это десенсибилизирующий как раз. Аллергический аллергический? Она говорит, да, это дестабилизирующая. Дестабилизирующая. То есть снятие аллергических реакций. Да, вот когда тоже эти вот антибиотики принимают и это. Я это помню, мне ребятишки вот когда болели тоже, и как дестабилизирующие. А то гастрин назначают обычно, что димедрол? Ну, димедрол, что ну, сейчас нет. А у нас Татьяна кошмар открытым Новикову говорила. Диагноз поставил у вас пиелонефрит печени. Печени. Да. Это как? Это вот так вот. Пиелонефрит почки, почки. Да. Может, он оговорился? Ну как оговориться? Он смотрел печень, все. УЗИ? УЗИ? Нет, он написал, говорила УЗИ. Так, а не все это? УЗИ печени пила, диагноз пила. А, правильно. Он так написал. УЗИ печени, диагноз пила. Он уже писал. То есть, ну вот так вот написал. Я подружу, говорю, вы сами, говорю, выписали своей рукой. Вы, говорю, вот посмотрите, говорю, УЗИ печени пила не все. Ну, кондуктор сказал, так я ей написала. Я говорю, ну так вы-то, ну, я так пошла, что смотрели, печень или почки. Да, и девчонки потом все равно говорят, ну как твоя, говорит, почень? Почень. Я говорю, твоя почень. Правильно. Или печки. Ну и как вот им доверять потом? Так у нас узкопрофильные специалисты, онколог, нарколог, они как только повысили заработную плату участковым терапевтам, они все перебежали туда. Да. Ну и что с онколога, какой он терапевт? И не с нарколога. Она 100 лет работала когда-то терапевтом, потом нарколог, потом перешла на... Ну мастерство не пробьешь? А если бы не было мастерства, то... Тогда не мастерство не пробьешь. Специалисты. Ну, у нас тоже вот мы широкопрофильные. Плохо, ты забыл, да еще и не помнишь. Теперь у меня эти ставят, не знал. Да не знаешь. Вот все, вот такие синие круги, как у наркоманки. Вот, эти врач смотрит, значит, ходит, ничего не говорит. А то у меня медсестра такая умница, она говорит, купите гепариновую мазь. Помажьте, во-первых, говорит, вены восстанавливаются, во-вторых, синяки эти проходят. Вот я становлюсь, ну, зачем? Нормально, медсестра. А эти хоть как-то? Да хоть ты вся посинеет. Есть такие вот грамотные специалисты. Да, да, да. Посинеешь, говоришь, везем на нижний этаж. Она потопит, говорит. Конечно. А что ты еще? Хорошо, вот сейчас доходят врачей в общей практике. У нас самые лучшие специалисты находятся в патологоанатомическом отделении. Конечно. Они знают все. Да, да, да. Ну, правильно. Аня, а у вас есть врач общей практики? Фельдшер у нас есть, педоврачебный? Нет, ну, доврачебный у нас фельдшер. Нет, а то врач общей практики. Ну, а все они врачи общей практики? Получается, что он лекарь на все руки. Да. Вот у нас есть такие, да. Терапевт, хирург, уролог, невролог, нет, кардиолог и так далее. Это на скорой помощи. Это на скорой помощи у нас есть врачи вообще. На скорой помощи есть. Ну, по-моему, они теперь, они практикуют, по-моему, теперь. Так дело в том, что в академиях готовят. Ну вот, да, да, да. Это врачи скорой помощи они называются. Они вообще до скорой помощи, что они должны уметь все. Вот, они идут врачи общей практики. Mm-hmm. Их вообще все готовят, как на общей, в начале общая практика, а потом они выбирают себе узкую специальность. Да, узкую специальность. 3 года они учатся на общую,
А потом они уже пошли. Кто терапевт прошел, кто гинеколог, кто куда-куда. Ну, в общем-то, кто был онколог, а может быть гинеколог. Я слышала, что это вот для сельских амбулаторных врачей. Она акушер-гинеколог. Что-то в подземный переход спускаясь, там корочки продают. Ну и там читают там всякие прикольные там тыры-пыры, следствие-гинеколог. О, вот эти надо. Приезжает, на, держи на день рождения. Так, а это чашечка. Или на сцене положить? Пришла, сказала, это не моя. А, ну а правильно. Мы в одном магазине. Ариша. Забрали последний, нету. Потом в другом магазине. А Женя, вот там другие две шоколадки, да. У них такие там были. Это она да, заметила, все, нет, это не моя. Это она отсюда, говорит, здесь моя. Я говорю, твоя, по-моему, спальня. Нет, это моя. Вот так вот. Они все запоминают вообще. Так приятно с вами было пообщаться. Спасибо. Вот, Аленка, покрой. Как добрые старые времена, да, там фотографии. Где-то вот, у нас фотографии не такие, где за столом, здесь сидите, Покровы все, Яковлевы все. Сань, покажи. Да, Сергеенки все, Кавалеровы. Мама, папа. Как-нибудь. У нас много фотографий-то молодых. Взяла бы, достала, там же как у вас. Есть город, да. Посмотрели. У вас там, наверное, Сергеенко я вообще не хочу. Там и фабрика там. Ну тогда они еще с Людой жили, с девочками приезжали. Ой, как это рассказывает, говорит, на даче они. Люда ему плохая была. Теперь на этой. На даче, говорит, а он глухой. Она говорит, материт его на всю дачу. Так, а он ее. Высокие отношения. Она думает, он не слышит. А о чем он думает, я не знаю. Ой, говорит, я потом говорю, ну что вы делаете на все дачи-то? Когда меня это достанет на даче, когда кричать начинает, я говорю, как сейчас рявкну. Там кругом дачи, у вас много дачи-то? Ну, у нас 15 соток. Там на бумажке. А 12 еще мы бросили. Вы ее приватизировали? Нет. А то у нас тут Вера звонили, они говорят, что это срочно. Надо бы приватизировать, наверное, надо. Приватизировали. Вот мы, у нас знакомые купили несколько лет назад, ну сколько? Тоже лет 8 назад купили они. Это Кузнецовы. За 80 тысяч участок, 10 соток. Ее проще выкупить, чем приватизировать. Теперь там уже эти земли уже не купишь, миллион уже там стоит. Ой, в центре, да, миллион. Женщина в больнице лежала со мной и говорит, где-то она около Новосибирска, решила купить землю. Там, говорит, москвичи закупают, москвичи у нас все поскупали уже, да? И магазины, и заводы, все. Землю. И она говорит, я, в общем, по государственной цене купила 10 соток, в общем, за сотку 10 тысяч. А так, говорит, у меня как-то еще получилось. Ну, в общем, скоро настать приезжим. Вот, не суйся в реку, не суйся в лес. Вообще. Частное владение, частное владение. Да. Поставила нам. Только отошла. Ну что, сыночка? Давай. Что? Все свои проводочки забрал? Да. Саня, ну какая песня? Показали, какие вещи. Хорошо. Поедемте, товарищи. Как едем? Тоже надо камеру покупать. У нас когда Татьяна не разошлась. Спишемся. Ну, конечно, камера, снимаем. Да, Андрей. Фигаль-то понимает, но если бы понимал, то уже крест какой. Женечки, привет. Ой, так я хотела бы увидеть. Приезжай, что, съездим на Рудьковку, на свой пит. Вот следующий год готовься, там и за шишкой съездим. Я работу бросить, а за шишкой не надо.
А что, шишки тоже прелесть? Я смотрела, орех, как они лазят на кедре. Не надо, это же смертельно. Ну, батя, он 22 кедра, я молодой 4. Ну, правда, у меня рука тогда сломана была. Залез в пластину. Она вшита была, Г-образ, короче, погнул. Въезжаю, короче, да, снимок смотрю, погнутая. А я первого нормально, второе, а третий полез, короче, у меня коготь, а там такой пучок, короче, этих кедрушек. Ну, понял, такие маленькие стебельки и от ствола, короче. Все, коготь зацепился, я не туда, не сюда, туда-сюда. А приехал у меня, короче, пластину вот тут ломал. Тайди руку, вот уж у меня, короче, она. Погнутая, жмут. Травматолога. Ничего, и там. Все сослась, все. Ну, главное, что сухожилие.